Доброго времени суток! Manta Network стремится сделать мир Web 3.0 лучше с помощью защиты конфиденциальности. Manta предлагает функциональную совместимость, удобство, высокую производительность и возможность аудита, позволяя пользователям проводить частные переводы и транзакции между любой параллельной цепочкой активов. Видение Manta заключается в предоставлении более удобных услуг по защите конфиденциальности для всего мира блокчейна. 18 мая вышла новость, точнее вышла она чуть позже, но 18 мая это произошло. Да, вышла она 19 мая, а 18 мая в Бостоне проходила премия Polkadot Pioneer Prize, в которой Manta получила свои 750 тысяч долларов. Всего будет выделено, как мы видим, 20 миллионов в токенах DOT. А Manta, она открыла эту премию, то есть эта премия только зародилась, и первые, кто получили, это была Manta Network. Согласитесь, это звучит очень воодушевляюще. Не то, что появилась какая-то новая награда, не то, что Manta получила эту награду, о том, что они первые, кто получили ее. И это не делает еще немножечко приятное. Награду давали за только тем, кто вносит реальный вклад в развитие проекта в тех направлениях, которые наиболее нуждаются в том самом развитии. Я прикреплю, наверное, вам ссылочку, вы можете тут все прочитать, а я же расскажу более подробно сам, как я это понял и как, собственно, вам можно это понять. Эта задача с нулевым разглашением является частью более крупной задачи The Prize, которая, в свою очередь, представляет инициативу XPRIZE. А вот уже она направлена на ускорение развития технологии доказательства с нулевым разглашением, что сильно расширяет функции блокчейна. Manta, в свою очередь, занимается такими вещами, как оптимизация объема памяти при мультискалярном умножении. И второе – это теоретика числового преобразования. Если про мультискалярное умножение, я еще могу вам сказать, что, проще говоря, это оптимизация объема памяти, то про теоретика числовое преобразование, когда я решил понять, как же вам объяснить это более подробно, чтобы вы поняли это в двух словах, то я не смог. Я нашел две книги, которые по 150 страниц, и которые мне нужно было бы прочитать, чтобы непосредственно понять, в чем же соль, что же это такое. И я решил, что информация, которую мы с вами знаем о Manta Network, практически достаточно для того, чтобы понимать, чем она, собственно, занимается. Так вот, оба этих пункта крайне важные для вычислений ZK. А премия будет даваться и, собственно, была дана после анализа всех факторов и после разбора всех проектов, которые есть, после разбора согласно всем критериям, которые уже представлены. Выиграла все-таки наша Manta Network. Manta Network, я считаю, достойно проявила себя, и мы должны этим гордиться. Также есть среда выполнения, которая называется Web Assembly, сокращенно WASM. Будет проводиться тесты на скорость задержек операций и потребителей на виртуальных машинах на основе блокчейна и как раз будут смотреть на среду выполнения WebAssembly. Так вот, это будет входить в перечень проверяемых вещей. А к чему я это начал говорить? Тому, что Manta проводила свои тесты, которые показали, что Manta смогла увеличить скорость для пользователей WebAssembly в 10-15 раз по сравнению с имеющимися показателями.
Ну, видимо, за это им и дали, да, эту награду, потому что в 10-15 раз это действительно достойно и внушает какое-то гордость за проект. Куратор премии сказал, что благодаря Манта будут улучшена конфиденциальность и возможность увеличить влияние ЗКП в экосистему блокчейна. И это, собственно, не мудрено. Конечно, понятно, что открывает полученные награды, ну если по-русски, первую награду получает Манта, и это действительно достойно. Награды, тем более 750 тысяч для Манта, это тоже очень хорошо, это все пойдет в развитие проекта, что также не может не радовать. Следовательно, эта новость не только для того, чтобы погордиться проектом, это новость также о том, насколько он хорош, и если вы вдруг не знаете о нем, то лучше его изучить. А если вы с ним знакомы, то я вас поздравляю. Продолжайте в том же духе. У меня на этом все. Переходите по ссылочкам в описании, изучайте проект. Всего доброго и до новых встреч.